Смелость и настойчивость – волшебный талисман, перед которым исчезают любые трудности и препятствия. Джон Квинси Адамс. А вам напоминаю, что вы находитесь на канале Asmodee Play. Играем Call of Duty. Первый. Так, приказ по части. Так, задание. Штурмовать и занять город Фой. А все-таки Фой. Город такой. Занять дорогу и мост, чтобы открыть союзным войскам дорогу на Новиль. Выполнение 13 января 45 года в 11:00. Часть 11 бронетанковой дивизии начинает наступление по дороге. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пока под погодным условием. Морозная погода, переменная облачность, синоптики, короче, видимость 2000 метров. Давай, сражение на выступ Фой, Бельгия. Города Фой и расчистки пути для 11-й бронетанковой дивизии. Наступайте через поле и возьмите штурмом деревню. Как только мы выйдем из леса, укрытий практически не будет. Поэтому продолжайте двигаться. Вопросы? Да нету вопросов. Нет, сэр. Нет, сэр. Хорошо. Здесь мы потеряли много людей. Заставьте их заплатить за не это. Не отрывайтесь от меня и используйте как прикрытие те стоги. Ну давай, как-нибудь разберемся без тебя. Вау! Где вы? Не вижу. Эй! Я что-то не понял. А вы как перелезли? Ну ладно. Буду пока как-нибудь не знаю, как бежать. А вот вы как твари зашли. Разве можно так? Устали, девочки? Вы еще не дошли, шевелись? Пошли! Осталось пройти половину. Отдохнуть! Сможете потом! Если останетесь, умрете! Бежим к тому сараю! Шевелись! Тихо! Стоять! В уголке! Сержант! Отведите противников наружу на ожидании! Где-то в деревне сидит их наблюдатель! Шевелитесь! Отправь своего снайпера! Снайпера. Возьми эту снайперскую винтовку и понаблюдай за верхними окнами. Нам сейчас нужно пришить этого наблюдателя. Уничтожить эту 88-ю! Вперед! Прикройте меня! Давай! Вот так вот.
вот поэтому с вами. Давай, давай! Где аптечки? По башке тебе. Где ты? Понятненько. Все с вами ясно. Тихо, бежим, 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 бежим. Прикройте меня! Все. Вот куда ты, дебил? Мы должны избавиться от этого орудия на случай, если птицы прикрутятся. Райли, закладывай взрывчатку и убирай отсюда. Давай, я закладываю, да, так? Подождите, подождите, я тут соберу. Ой, 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 ой. Все? Огонь по готовности! Перезарядился. Что-то надо тут. Райли Уитни Андерсон со мной. Вы должны обойти дом за домом и очистить их. Посмотрим, дом или нет. Давайте. Да. Давайте!
нормально. Нормально. Тут, кстати, всех веток еще никаких не наделали. В этой игре. Падлы, вы что встали-то? Еще главное, я назад иду, вы... Как в жизни прямо так. Вы за мной, да? Вы идите вперед меня лучше. На абордаж. Так, аптечками зарядился. Что меня тут еще интересует? Туалеты. Санузел. Не интересует. Сохранение, точно. Ну, молодцы. Хоть без меня что-то сделали. Пожалуйста. Чё, пожалуйста, ловим. Ага. А пожар тогда из-за чего начался? Неизвестно. Дом горит! Шевелитесь! Загасил его. Не может пустить пашу. Двигаем, двигаем. Через стену стреляем. Стену это говно. Так, ну что, да, спину заводить хотел. Хотя вроде там приходило. Давай. Бам. Пошли, пошли, пошли! Ай-яй-яй-яй. Вот так. Вот, хорошо. Аптечка есть, нету? Отрежу. Это последнее, что ты сделал своими погаными ручонками. Вау, пулемет. Да, подожди, я пулемет вообще могу взять. Ага, с ним кто-то сидит. Лежа. Какая разница? Ладно. Не важно.
Это не важно. Так, что у нас? Захватить контроль над церковью. А, так вот она церковь. Готово. На. Граната! На. Вау. Хорошо исполнил. Кто стреляет? Да лучше вы-то пристрелите меня нахрен. Все, меня не пристрелят? Пристрелили. Ну что за уродцы? Надо будет, наверное, удерживать, поэтому пулемет пока оставлю сюда. Хорошо, парни. Сейчас прибудет 11-я бронетанковая. Как только они подойдут сюда... Так. Что надо? Уничтожить? Осталось 7 штук. А как я их уничтожу? Да. Быть, если вы не вылазите. Осталось 2. Ты остался один. Где он? Нет, это не он. Перегруппируйтесь, так. Ну вот с этим, да. Дай-ка я. Ой-ой, какие вы твари все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оставайся с танком! А вы с чем будете? Еще места есть. Если бой-то будет здесь, конечно, прятаться тоже будем здесь. Понял, капитан. Пошли. Так, что у нас? Противотанковую самоходку. Пошли. Давай.
Тихо, тихо, тихо. Я должен убежать. Прошу прощения. Мне нужна винтовка. Хотя бы. Потому что... Ладно, я сохранился, это здесь уже. Что мы там? Что? Как я должен выпрыгнуть? Меня-то кто прикрыл бы? Тихо. Хорошая работа, парни. Пересчитайте свои руки и ноги и идите за мной. Что еще одну такую? Поднял. Ну и вот самую такую противную-то прошли. Ладно. Куда за вами идти? А, за вами? Давай, расскажи мне, какой я молодец. Отличная работа, парни. Я действительно горжусь с вами. Обед, который я вам обещал, должен подождать, но я хочу, чтобы вы знали, я благодарен за это. Отдохните немного, затем нас вызовут в Навин. Прекрасно. Настоящие победы, победы мира, а не войны. Ральф Уайльдо Эмерсон. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.